Оу. Я вернулся. Север вернулся. Ну чё? Будем проходить, Анны. Вот, кстати, моя игра. Уровень 14 карт. 13 часов я наиграл. Народ, ты всего 13 часов наиграл. И исследовал 87% замка. Кому это интересно? Будем? Давай. Я тут кушаю немножко. Так что подождите минутку. Две. Угу. Ну да, народ, тут есть два входа. Это место. Здесь входов очень много. Здесь есть проход. Но это проход сверху, видите? Здесь прохода нет, лол. Я точно знаю, что проход идет из библиотеки. По мосту вот тому. С этого. Это как вот тот, серый, в тюрьму входить. В лаборатории, а тут с библиотеки надо входить. По-моему, оттуда. Тут продолжение этих будет ужасных мест. Сейчас посмотрим. Ой, народ. Народ, народ. У меня же 14 уровень. А это значит, что у меня есть еще ячейка. Фишер так и не пришел. А Фишер ушел. А, да, он так и не пришел. Напиши. Погнали. Я думал, ты про Шримпа. Шримп ушел. Шримп ушел. И Фишера нет. Блин, не здесь проход-то. Ох. Тогда где проход? Это я не помню уже. Вон. Может быть, вот там? Давайте прокачаем меня. Если я буду перепрокачиваться, то только в конце игры, наверное. Армор. Меч, как обычно все, да? Огонь. Огонь. Хилинг какой-нибудь. Давайте прокачаем лук. Так или иначе, я все равно все сброшу в конце концов, потом. Будем распределять более разумно. Может быть, вообще магию. Магику перекачаюсь. Буду магиком, блин. Да, по-моему, вход здесь. Угу. Ой, вороны, кыш, кыш, кыш. Нифига себе. Вы посмотрите на урон от этого меча.
Это просто нереальность какая-то. Ух-ух. Ой, а куда это я? Ой, газы! Бродящие жуки, блин. Жестокое место. Очень жестокое место. Ау. Лол. Привет, пойдем побегать. Мне не хочу бегать. Я хочу играть. Вообще я хочу чай. А я уже пью. Это как называется? Да ё-моё! Как пройтись? Вот как это называется. И не здесь проход. Ё-моё, я все проходы сейчас попробую. Оказывается, ты не любишь Xbox, у меня есть Xbox Live. Ну, как же, да. Windows. Windows Phone. У меня нет Xbox. Я его не люблю. Но без. Но у меня есть Xbox, да. Как же. Ой, ну этот. Кодик. Да. Как же без него? Идем дальше. Я тут. А, да. Значит, вход там. Я не верю, что он там. Он, по-моему, вообще не там. Может, я что-то опять не то делаю? Окей. Пошли, короче. Я думаю, что я делаю то. Может, нет. Лол. Скальбур шикарный меч, народ. О, молодец. Меня добавил. Добавь меня. Добавь меня полностью. Ау. Везде, где только можно. Да, я здесь вход. А, нет, не здесь. Это не смешно. Ничего себе. Ничего себе, сколько у них жизней. Мар. И я от вас слежу. Знаешь, вход значит в одном месте. В единственном месте. Только пойдем мы другой дорожкой. О, народ, вот это очень халявная миссия. Давайте я ее сделаю. Смотрите.
О. Now Monkspar has key. Yes, yes. Еще какое-то оружие. А, вот это тоже хорошее оружие очень. Но мне надо прокачивать уровень. Это нехорошо. Народ, где вы? Где народ? Нет, народа мало. Оу. Ушел. Ах ты гад. Это не уйдет. Ой. Блин. Ух ты, нифига себе. Скелета такой меч. Мне же не сила. Ничего себе, трава еще действует. Шримп. Шримповал. А коржик играет. Не, коржик сейчас где-то в другом месте. Коржик не такой частый гость на стриме, если что. Так, народ, что-то я вот это уже не понимаю. Еще есть вход от тюрьмы. Ну там навряд ли, конечно. Но там тоже есть вход. Пойдем туда. Я уже запутался, откровенно говоря. Замок просто нереально огромный. Куда идти? Что делать? Я не верю, что вход здесь. Хотя, может, и здесь. Ну, все посмотрим. Ё-моё. Вот и не здесь. Вы что, издеваетесь, что ли? Где вход-то? Значит, нам вчера повезло. А, да. С тем, что коржик был, да, очень повезло. Но я бы его все равно сюда присобачил. Он... Он такой зашел и смотрит. Что? Что-то творится? А, подписки, подписки полетели на стриме. Ой, шуршу пакетиком. А что там творилось, да, вчера? Вот. О, СП, ты вернулся, когда я начал стримить Анепик. Ты прям это везунчик, я тебе скажу. Хм. Я не понимаю, откуда же мне идти-то тогда? Если и там закрыто, и там закрыто. И там закрыто. Не только. Я не знаю, куда идти. Да что ж такое-то? Как жить-то после этого? Что за беда? Я почему-то уверен, что через библиотеку надо идти. Не помню уже. Почему я так думаю? Там ведь закрыто. И куда же идти, ё-моё? Что это безумие? Ведь этот мостик. Ох. А, лесенка. Народ, тут лесенка. Во!
you. Oh, the Hustler Oracle. Funny, you know. Да, за вам занесла. What are you doing here? Aren't you too far from the mine? Что делаешь? Your fate here is chosen. Сейчас будет судьбу выбирать. Вот, три, короче. Каждый объект, который находится в одном из этих ящиков, определит мою судьбу. С группами Поттера сейчас скажу. Вот. И какой ящик выбрать? What a crap oracle. And how do I open them? The key of fate you need. Have it you can. For just... And what about if I cut your head off and take it for free? For just 100 coins, I... Okay. Here's your money. Here. Choose a chest. Смотрите. Open it, выберите ящик, откройте его. The item you choose и узнаете и содержимое в конце игры. Короче, смотрите. Давайте выберем ящик вместе. Сейчас такой момент, когда решается моя судьба. Что будет со мной в конце игры? Вот. Какой ящик мы выберем? Первый, второй, третий. Слева направо. Какой? Давайте. Говорите, а я пока покушаю печеньки. Лично я за тот, что посерединке. Люблю серединку. А вы как? Тоже средний. Это не по... это последний босс. Это не последний босс. Это последний сложный босс. Это предпоследний босс. Последний босс в конце, естественно. Вот. СП, говори, какой ящик. Хотя мы уже все решили. Ну что, средний народ? Средний? Открывай средний. Точно? Точно? Вот что мы выбрали. Какую-то агонию. Вот. Три концовки. То есть вот каждый ящик. Это концовка. Ну, концовочки такие простые. Вот, я знаю концовку третью, я случайно ее нарыл. Первую, вторую не знаю. Так что давайте посмотрим вторую. В конце игры мы ее посмотрим. Ой. Народ, началось. Это нереальная жопа. Вот так я вам скажу. Потому что по-другому я не скажу. Yeah, but the enemies get tougher, you know? By the way, what is this place? You are in the Forgotten Tower. Here dwell spirits and lamenting ghosts. Really? Then are you a lamenting ghost? Invisible? Then if I can't see them, how can I kill them? You can harm them, even if you can't see them. Only if you use the divine... Hey, thanks for the advice. It's a pleasure. It's a pleasure to help you. I cannot stand that lamentable entity. He might be lamentable, Zero, but at least he hasn't been captured. Ну еще зелье. Короче, эти монстры, они невидимы. И только магия света мне может в этом помочь. То бишь... Этот чувак. Он мне точно поможет. Ну ладно. Поехали.
Довольно страшно, да? Да что переводить? Ну, он сказал, что тут очень много призраков. Ну, спасибо за помощь, спасибо за помощь. Все. А этот начал дразниться Зеро-то. Зеро вообще странный чувак такой. Зелье имбовое. Давайте его выпьем. Попробуем, по крайней мере, одно. Здесь, кстати, никого нет. Только зря выпил. Лол. Есть. О, вот такие чуваки. Они крадут мои вещи. Ничего в них хорошего нет, конечно. Я убил ведущего монстра. Яй! Очень много нужно светлой эссенции. Я теперь это понял. Помню. Ладно, эта штука мне очень помогает. У нее бесконечный заряд. Если бы не она, это была бы просто задница полная. Вот. Находиться здесь. Ура! Что ура? Ау. Ну вот, видите? Относительно все просто. Как легко-то, ё-моё, с этими... С этим крутым чуваком. Это же душа человека. Кто сюжет сначала не видел, там, короче, его убили, хотели превратить в темную тень, но я его спас, и он стал светлой тенью. Ой. Ну не тенью, а светлой тенью. Супер, сказал. Как боженька смолвил. Ау. Это еще что? У народ. Так, давайте я сохранюсь. Ага, народ, я сохранился. Башня такая же по величине, как тюрьма. То есть она не очень большая. Больше будет основной замок. Там мне реально сложно. Как смотреть? Помнил кое-какую вещь. А именно то, что вплоть до конца вот эта вот дверь не будет. Двери не будет. То есть вот это все расстояние не могу показать никак. Очень большое расстояние. Да, север для слабаков. Тут уже получается такое дело. Просто по той причине, что тут нереально сложно дальше идти. Ну. Вот. А может мы наверх сходим? Ой, а тут дверь, лол. Там нет мест. Там нет мест. Ура!
Первую комнату, которую я осветил. А вот вам и это место. Вы поняли, что это здесь. Да, ребятки, мы здесь. Зима близко. Зима близко. К чему это я? Просим. Ой, да. Эссенцию света нельзя купить. Блин, вот это самая большая беда, наверное. Блин. Потому что я не вижу их, они меня. Вот и все. И их тут навалом ходит. В чем и самая большая беда. Весь замками пропитан. Ну ладно, здесь все осветил. Ну вот и как быть? Лично я не знаю. Это получается. Печалька. Блин. Довольно сложно. Ну, смотрите, сейчас будет эпик. Есть очень много мышей. И вот что получается, если умер. Вот это печалька. Ну, главное, что я сохранился. Я не знаю, О! Народ, свет! У меня же иллюминация есть. Ура! Я буду их обстреливать. Еще прыгать не так легко. Хотя к системе быстро привыкаешь. Но блин. Оу. Оу. Фу. Какое-то кольцо. Мне кажется, безопаснее будет отправиться назад. Вот это колечко увеличивает дистанцию прыжка. Вот это супер колечко. Так, ну чем его заменить?
Даже не знаю чем. Наверное, этим. Сендером жалко. Вот. Я прыгаю выше. Поздравляю. Нет. Теперь я прыгаю высоко в небеса. О, высота прыжка просто шикарна. Эй! Валать! Урод! Как его обнаружить-то? Каким образом мне можно еще обнаружить это невидимое чудо? Что-то я не пойму. Сейчас я вспомню. А, спелс. Гоу. Она мне уже назначена. Иди. Сейчас. Магия света, да. Вот. Просто понимаешь, ее не напасешься на всех. Мне ее очень-очень-очень мало. Есть вариант пойти набрать света. Наверное, я так и сделаю. Это раз, а два опыт. Опыт тоже полезен. Давайте наберем немножко. Тут, правда, немножко получится. Ну и ладно. Именно здесь. За каждую убитую нечисть я добавляю одну светлую фигню, но это слишком муторно. Голову убивать тоже хороший вариант. Ты не напасешься? О, есть идея более хорошая. Смотрите. Помните место, где я крушил пух и прах этих? Огнем Боузера, этих гадов. Ну, сейчас туда пойдем. Там реально очень много. Самое главное, что они мало урона нанесут мне, потому что я уже раскачанный. Раньше они мне, конечно, много урона нанесли. Не троньте меня, нет! Блин, как же здесь их много. Спрашивайте вопросы в чате. На все, по возможности, отвечу. Не ты, а они тебя. Да, конечно. Я их, смотри. Сейчас мы зайдем в гробницу Тутанхамона и всех изничтожим. Ой, у меня скайп. Че там? А? Привет. Стрим.
Во. Ну давайте теперь искать лопасть этих гадов. Их мало, так как я грабил гробницы. Печалька. Их очень мало. Еще и красную заодно добываю. Смотрите, у меня уж 77. Народ, это не так сложно, как кажется, набрать эссенсию. Для каждого убитого скелета мне ее дают. А это много. Я в шоке. Офигеть, да. Я в шоке. Уже 83. Уже 85. Неужели я так много уже мог скелетов убить? Не верю. Ну и последний. Последний. Все, пошли. Да. А. В лес. Отсюда. Целиться на них нельзя, это тоже большущая проблема, их же не видно. Очевидно, что. И целиться на них нельзя. Кыш, кыш. Я думаю, профукать нам стоит одно зелье. О. Где ты? Кто ты? Меня кусает-то. О, нашелся чувак. Он тут и не один, оказывается. Лол. Ну так и будем. Так и будем слепую убивать. О, народ, работает. О, еще куча денег, чтобы меня не видеть. Видеть их, точнее. Это здорово. Ой, я чай-то ем, что я пил. Окей. Будем играть. Сейчас я посмотрю, сколько у вас чего там. Привет. А кому там привет? Копакс. О, Копак. Привет. Я, по-моему, помню этого человека. А может, нет. Так или иначе, welcome. Хватит оружие мое красить. Эй. Оу, 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 оу.
Мне придется выпить. Оу. Вот кто наносит урон. Кошмар. Это правда кошмар, наверное. То, что они такие мерзкие. Ладно, у меня целая куча зелий, но, блин. Надо быть аккуратно. Здесь все-таки неприятное место. Ух. Все. Ой, дальше, народ. Пойдем дальше или как? Я хочу весь замок светить. Вау. Вау, вау, вау. Ноктис Амбрия. Зорок коа дормаш. Пакзюрат чос коле. О. О, чос лодом. Кыра хурач ямареш. Зерника дракос. Сорос кош мора. Домаш. Говорят на каком-то непонятном наречии. Кыт норек хумано шумара. Дорго Меросхиак. Йорак. Что ты говоришь? Чувак. Сам ты мерзкий, некрасивый. Да ладно, милый, милый. Слышал меня? Вау. Ну конечно, я тебя слышу, ты че вообще? Ты говорил на каком-то языке, как жаба. Это темное наречие. А да, мой язык тоже. Поворачивается черный, когда я ем... Что такое ликарась? Лол. Да, ты говорил? Кем-то. Ты телепат. Точно. Что ты они говорили? Не твое дело. Но они знают, что я не контролирую это тело. Круто. В конце концов, чего ты там? Вау, я счастлив за тебя. Счастлив за то, что за мое везение. Это противник. Да, но ведь мы еще и друзья, как Магнит и... Как его? Это я вам перевожу, да, чтобы вы понимали. Да. Все капитаны Стар Трека, что это за место? Here you will have to use your wits to overcome the sorcerers. Above all, moreover, you must be careful. Должен стреляться синих. Их сила заключается в воде. Zira. Zira. All this help. Just like that. No tricks. Not this time. Why this drastic change? You don't want my death anymore? Ты же не хочешь моей смерти? Are you treating me like a friend? Nonsense. I'm just carrying out my. You're what? Да, чего ты? Nothing. Forget what I said. Давай, что я сказал? Orders? Is that it? Are you just carrying out your orders? Ты кажется. The telepathic conference call from a minute ago was to command you to help me? Yes. Wow. I must take you before the great lord. Должен взять тебя великим лордом. I do not know the reason. Не знаю причины. Может, он хочет убить тебя лично. It's a great honor to die before such a power. So your master wants you to take me to him. Это же намек. Well, Zira? Короче, нам нужно идти наверх. Но мы не пойдем наверх. Последний босс там, наверху. Сейчас увидишь. Последний босс там, наверху вышки. Наверху это башня. Нереально далеко. Но мы хотим вот что сделать. Точнее, я хочу. Я хочу... Очистить. Я осветить все хочу. Я это сделаю. Они ядом травят. Ой-ой. Ой-ой-ой. Что-то яд у них довольно слабый.
Хотя, куда тут? Сильнее-то. Он и так нехило моей жизни прожрал. А что даст ощущение всего замка? Просто ничего. Ачивку дает. Да ничего это не дает. Просто это мою душу успокаивает. Когда я знаю, что я прочесал весь замок и ничего не пропустил. Мне это нравится. Это ничего не дает. Можешь получается забираться на наверх замка и... Просто приятно, когда все уже освещено, и ты знаешь, где ты побывал. Такие мои намерения у меня. Не подумайте, что я что-то еще хочу. О, а тут... А, так тут еще хороший магазин есть. Сейчас увидите. Тут магазин, который... Вот тот, который на Unpointе. Смотрите еще. Катана. Меч. 360 урона. Ну, мне кажется, Эскалибр лучше. Золотые доспехи. Ну, 16 уровень армора. Шикарные доспехи. О, да, очень классный меч у меня. И этот меч не идет ни в какое сравнение. Урон чуть-чуть побольше и хрень какая-то, да? Вы сами понимаете, а уровень требует намного меньше. Ну вот что значит. Морфизм. А это как раз-таки магия, которая дается уже за 10 уровень магии. Ну и не за более. Advanced Fireball, там еще всякая херня. То есть это все навалом. Fire Spirit, который атакует моих врагов. Я думаю, что стоит. Вот, ну мы можем переделать все. Лучше катаны, может быть, только катана сделана мудрецом. Protection. Защита. Здесь очень много книжек на защиту, потому что это последнее заклинание. Вот, здесь много их. Они почти все тут. Вот, защита такая-то. Такая-то. От льда, от всего. Полезная вещь, в принципе, но я не знаю, нужна ли она. Можно стать великим магом вообще. Но здесь очень много хороших вещей. Но для этого нужен... Нужны деньги, нужен уровень, а уровень у меня лишь 14. И такой богатый. Упс. Бабла нехило стоит магия. Не только бабла, но и уровня. Нет уровня, нету магии. То есть... Поэтому... Без уровня ты какашка. Ты все равно не купишь магию за... И уровень ты тоже не можешь купить. Господи, это зеленая эссенция, это все, что тут есть. Не, ну у меня ее и так много, я могу ее купить, у меня денег нереальное количество. Я могу что угодно купить, все угодно. Только у меня уровня нет на это все. Нормального. У меня отравлен 3 раза, лол. Сегодня я хочу закончить с игрой. Но не знаю, выйдет ли. Вот, в принципе, до полуночи даже больше. Я тут буду участвовать. Меня сейчас отравят эти. Так что я не смогу уже выхилиться нормально. Не, ну выхилиться я смогу, потому что тут урон маленький, но, блин.
У меня 4 отравы. 4 отравы, наверное, чтобы вы знали. И сила так. О, так я скоро освещу весь замок. Знаете? А почему ты какашка? Ой, почему у тебя уровня нет? Уровень? Смотри. Как устроена прокачка персонажа? Давай с этого начнем. Зануда режим он. У меня есть уровень. Вот. Я могу прокачивать 6 умений за один уровень. Начальник с единицы. Вот моя прокачка. Она плохая. Вот я не старался над прокачкой. Вот. А мне одна штучка может помочь сбросить эту прокачку. Эта штучка вот. Вот. Она сбросит все мои очки, которые я делал. Я смогу их переназначить, как я смогу, как я захочу. Когда это я сделаю, я могу пользоваться более крутой магией и т.д. и т.п. Ладно, поехали. Эти мерзкие гады. 5 мне жизни каша кушает. Вот луки я не люблю, кстати. Плюс, ну так. О, зануда режим офф. Так, ладно. Почему ты не хочешь смотреть Лакарока, а хочешь смотреть Анепик? Вот что мне интересно. Вроде как игры, игры. И ты бы не хотел играть в Анепик, а в Лакарок хотел бы. Довольно тупо. Васет, ты где? Скажи что-нибудь. А то мы тут заскучали. Коржик, привет. Коржик. Ты прекрасен сегодня. Ты пропустил все интересное, понимаешь? Коржик будет почаще на стрим заходить. Чтобы было весело. Ой-ой. Ух ты. Тут, я за бутерами. Да ты. Что ты слишком много ешь? Ау. Ой, а тут был ящик? Я даже не заметил. Такие дела. Даже не замечаешь. Эй. Что-то я выбрал питомца не очень. Народ, я все осветил. Мне это вряд ли может пригодиться в будущем. А... Верхние палаты. Я смотрю, Коржик пришел. Ага. Коржик тут. Коржик скучал. Ой, то есть мы скучали по тебе, Коржик. У нас уже создается своя атмосфера. Мидас какой-то. Подождите, что это такое? Midas Transformation? Что это? Давайте посмотрим, что это такое. Трансформирует Victim into Coins. Ничего себе. Это шикарная вещь. Народ. Вот это постоянное укачание меня укачивает. А если бы на PSP было, может быть, сыграл. Люблю игры с неординарным направлением. Она классная. Я говорю тебе. Вот эта штука, короче. Это как... А, ну Мидас, да? Это как в Доте. Прям вот то же самое. Если кто играет в Доту, сразу поймете, что это. Вот, оно превращает человека... Ой, человека. Народ, я сохранюсь. Games. Эта штука превращает монстра в деньги. Чем больше у монстра жизни, тем больше у него это. Ладно, мы за призраками не пойдем, там опасно. У парни, я только что. Ну
Сейчас посмотрим. Последнюю часть замка тяжело пройти без прокачки. Я попробую. Магия у меня более-менее есть. 377 огня. Это мне хватит. Мифология Сильви. Мидас, это не Дота. Нет, это я знаю, что мифология. Ну чё? Идём? Это жесть, ребятки. Я вас сразу предупреждаю, что это жесть будет. Лол. В замке одни маги. В главном здании одни маги. И никого больше тут нету. Маги самые мощные, самые могучие. Не, ну тут есть темнота, вру я. Но все-таки. Здесь надо огнем пользоваться. И ни одна и ни одни щиты меня не спасут, по сути. Потому что здесь совсем иное идет. Я могу перепрокачать персонажа в мага, потому что здесь более это уместно. Слоумо. Хотя, знаете, слоумо. Так, ладно, все, пошли. Лом. Я их так спокойно убиваю, но дальше это не пройдет. Дальше это не пройдет. А, у меня хил 109. Я думаю, этого хватит. Поставь нормального помощника. А, да. Забыл. Ладок? Ладок мне вряд ли чем-то поможет. Фаербол нормально использую. Я использую. Нормальные, вроде. Не? Я не знаю, нормальные вроде. Сейчас он вернется. Во. Пользуйся моментом. Лол, да это слишком просто. Вот дальше, да, будет жесть. Тут вообще жесть будет. Тут вообще жесть будет. Какой-то режим стелс. То, что по площади бьет, медуза бил. Который. На них не напасешься магии. Они слишком дорогие. Больно ты хочешь. Это я что тебе? Куплю кучу порошка, что ли? Зачем мне это? Хотя я могу, конечно, себе это позволить. Но, блин, не вижу смысла. К тому же в последней битве это намного больше пригодится. Не забывай, что тут еще битва будет. Лом. Склипские руки. Ой, Мендус их не бьет. Да, они ледяные. Но скоро будут огненные, не переживай. Там всякие будут. Хилящие. Хилящие.
А, склипские руки. И все. Короче, вы поняли, чтобы пройти это дело, ну, хоть кактус поставь. А, да. Намного полезнее будет. Не подумал. А, народ, после проекта Гарри Поттер, если соберусь, будем проходить мультиплеер на Эпика. Вот там интересно будет. Сейчас я приду. Так, я здесь. Уи. А, да, эта штука еще травит, знаешь, знаете об этом? Ледяная свежесть, ё-моё. Липские руки, ничего хорошего. А-а-а. К ним близко подходить нельзя. Мульти что? Мультиплеер? Мультиплеер? Здесь есть мультиплеер, но он только на компьютере. То есть я буду играть на компьютере. Там полностью заново надо прокачивать все. Вот. Блин. Дерево умеет себя хилить. Не напасешься на него жизни, короче. Ледяной кристалл. Ой-ё. Ой-ё. Холодок. Холодок. О, спасибо за дерево. Ура! Мы сделали это. Скроу модное. Мне то оружие орков больше нравилось. Оно красивее. Что? А, ну. Зато эскалибр мощнее. Ты с этим ничего не сделаешь. Где я не осветил? А, внизу. Да, народ, тут некие чекпоинты есть. Все-таки. Благодаря этому. Здесь близко находится. Вот. Видите? То есть, по сути, мне тут сейф? Да, народ, по сути, мне тут сейф. Я ничего не могу с этим сделать. Вот, сейвы есть, но они запрятаны в самом замке. И они находятся только внизу. Ну вот есть еще сейв серый, но коричневый, но такой. Нет! Добили моего зверя. Как мне стыдно. Гады.
Вот блин, а. Придется идти к Зарану. Блин, а у меня его нету, телепорт. Придется пешочком топать. Из-за него. Блин. Да. Оружие Орк Фрэнк России. Давайте я куплю 5 штук. Зачем? Чтобы восстанавливать их. Сразу. Взял. Сейчас. Взял. День. Вот, Spark of Light. Чтоб вдруг у меня умрет какой-то растение. Хоп. И он остался у меня. Не так уже курьер делает всех. Удобно же, ну? Теперь могу спокойно вернуться в палату замка. Нехороший перенавик. Очень нехорошая хреновая, да? Да. К слову... Ну ок. Ау, растение, не бей. Ау. Лол, музыка повторяется так. Сейчас. Видите, она не хочет. Нужно брать нормальное оружие. Все, готово. Упс. Я убил своего животного. Я гений, блин. Это просто гениально. Ау. Эту штуку вообще реально убить? Без клипски.
Это все? Что, зачем? Не. Ну, он что-то даст. Ну, блин. Только магию профукал. Который и так дефицит. Народ, второй сейф? Ловите второй сейф. Ловите второй сейф? Он будет подальше. Ну и ладно, я хочу сохраниться. Понятно. Главное тут вообще ходить. Ерундово. Ведь правда ерунда. Ну что скажете, народ? Давайте. Говорите что-нибудь. Лол. Сломо. Сейчас пройдет сломо. Сейчас. Прошло. Валера. Оп. Эй. Что вам нравится в игре, кстати? Вот вот самое-то главное. Мы прошли уже очень много частей. Мы очень много прошли уже в Анепик. Это уже последний. Последняя часть замка. Что вы думаете об игре? Скажи мне об этом Зире. А кто такой Зира, я забыл. Он рассказывает, что за Зира. Уникальная раса какая-то. Я смотрю, застрелил футбол. Мужик. Мультифункциональный. Что? Ну, как-то возможно. Тут очень много текста. Слова не? Все ясно. Они не слезали, они... Как бы, знаешь, у них очень много отсылок ко всем известным играм, да? What if you knew? I would. It is my duty to protect. Моя цель защищать замок. Well, stupid human, how dare you presume to know? Because your pride blinds you. You try to ignore reality just because you don't like it. О, народ. Ау. А, так вот виновник торжества. Ау. Блин. Мне нужен холодок. Нет. Только холодок здесь меня и спасет.
Блин, надо мгновенное исцеление взять. Ну только слова не тут как до Пекина пешком. Проходняк, если делать нечего. А карман отягощает много мелочи. Я сказал, первое ощущение, когда только увидел игру, напомнил Кослу. Понятно, дело, что Косла далеко ушла от этой игры. Понятно. Я думаю, что делать. А. Лол, он тоже сломал. А поиграть надо было. Давай вместе. Давай. Давай в стиме поиграем вместе. Но на компе же есть. Ну, если Wii U нету, да? Вообще на Wii U хорошая версия. Она не глючит. Я играл еще, когда версия глючная была, и я поэтому игру не прошел до конца на компьютере. Вот. Только из-за того, что она глючная. Это очень обидно мне было, конечно. Ну вот так я ее оставил непройденным, к сожалению. Это может хоть как-то меня сподвижет. Что я ее еще и на Wii U купил. С этой целью я брал. Пройти ее на Wii U. Тут, кстати, очень много путей. Пройти туда или туда. Ой. Уф. Я думаю. Ух, как получается. Ё-моё. Ё-моё. Блин, Сенси нельзя убить никаким образом. Куда у меня делать слух? Странно. Такие не важны. Умер! Вообще, мне эта игра больше... Мне нравится очень. Ой, блин, да, Valiant Hearts, да. Вот, кстати, у тебя, наверное, она за 4 рубля купленная, блин. Вот тут... Мне вот не повезло с этим, к сожалению. Сохраниться, кстати, смысла не имеет. Потому что все равно... Это... Все равно мне все заново проходить. Все, замерз. Так вот. Ой, я дальше прошел ведь. Блин. Придется потом освещать, еще день находить. Не очень хорошо, ну ладно. Скажу. Главное пройти здесь. Я из-за Uplay не мог поиграть, а ну там печаль. Но с этим Uplay
И здесь, кстати, на Wii U тоже Uplay надел, налеплен. О, кстати, скоро у меня будет стрим Sport Connection. Многие не видели эту игру, хотят посмотреть, стоит ли она Switch, но она Switch не стоит. Вот, к тому же у меня нет вимоута, в полной мере я игру не покажу. Вот, но это будет... это будет на этой неделе, скорее всего. Sport Connection покажу вам, вот. Давайте я... Оу-оу-оу-оу, я горю, я весь горю. Мне нужна более серьезная магия льда, почему-то я ее не прокачивал. Как же это жестко. Да, стрепсился всех порвёт. Что-то он никого не порвал. Стрепсился. Колдрекс, а не стрепсился. Что-то за мечи такие. Ой, сколько у меня оружия, блин. Продать бы все это. Фигня, а не мечи. Мое то лучше, лол. Хрень. После перестановки вроде норм заработан. Потом забил, надо будет перепройти. Если есть возможность, поиграй, да. Да, народ, это только первая часть замка, как я помню. Там, по-моему, еще быстрые лазейки будут открываться. То есть дорожка попроще будет, чтобы пройти наверх. Вот, если ты, конечно, сохранился. Ой, ну, а вообще я не открыл как раз таки место некого сейва. Это плохо. Так, я нашел одного человека, представляете, он только что засел в OneEpic. У меня еще есть третий человек. Он очень хорошо играет в OneEpic. У него наиграно очень много часов. 200 часов. Я вообще думаю, как он это делает? Я думаю, стримы по мультиплееру будут веселыми. Не, я давно зашел. А, прошел сингл, зашел кастомные карты глянуть. Так ты сингл прошел, а не мульт. Лол. В мультиплеере там отдельные карты. Там вообще круто. А, кстати, в воркшопе тоже делать карты можно. Вот это вообще вещь просто. Поэтому на компе версии намного круче. Здесь только одиночная игра. Больше ничего здесь нет. А, там разные карты, лол. Конечно. Ой-ой-ой. Ух, она просто нереально выносит жизни. Ой. Так.
В любом случае, играть сегодня. Через недели 2-3. 2-3. Через 2-3 недели. Видите? Еще одна платформа появилась. То есть забраться намного легче. Магии протекта. Блин. Это, ребятки, жестко. Это жестко. Сейчас напишу этот одному. Ой, они скелетов делают, блин. Это жесть. Тут лучше поможет это дело. Их надо убить. Не забываем. Чем их убивать? Понятия не имею, у них защита стоит, блин. Огнем или дом? Эй, Зира! Look at those mages. They're like in a giant bubble. Can't you see that as a magic shield? It repels all projectiles. So I can't attack them from far away. Не могу их атаковать издалека. А, издалека нельзя атаковать. Their shields only last for a limited time. Great. Then if I wait, their shields will wear off and I can attack. Would you mind using your head for once? Then what? You must find a way to incapacitate the mages so that when they're знаете, как с ними бороться легко. Only then will they be defenseless against your attacks. Let's see if I can think of something. С ними легко бороться, если Так, ну битву с последним боссом я ставлю на следующие дни. Вот там немного останется, но это место никогда не проходил. Там тяжело. Давайте попробуем. Я их легко валю. Носитель легко. Боузер. Твой любимый холодец. Это маги наносит урон. Печалька. Стенку бегут. Оу! Да, народ.